Всем доброго времени суток. Сегодня в гостях у меня рыжая бесстыжая гитара ЛТД. Начать нужно с того, что здесь изумительные просто два звучка. Это Seymour JB серии в неке. И вот здесь вот Dimebacker, вот, который супер метальный, с двумя рельсами. Струны сквозь корпус идут, и это по-своему удобно. Мне всегда больше всего нравилось. Краснуха здесь, клен здесь, палисандр здесь. Вся фурнитура подписана ESP, сделана гитара в Корее. И я вот прям очень даже уверен в том, что она своего стоит. Что касается удобства, здесь очень тоненько и удобно. Прям хорошо сидит. Гриф сделан под Ibanez. Тоже такой весь широкий и тонюсенький вот здесь. Круто. И давайте послушаем, что она делает в клине. Мне, в общем-то, JB-шный очень понравился, потому что он выпуклый-выпуклый. Он делает вот так. А вот что делает вот этот вот двухрельсовый монстр. Серединистое положение тоже крайне интересное, и звучит оно как-то вот так. Негодяи поставили на нее Дадарева, я никак не могу их растянуть, поэтому они все время меня спускают. В общем, в серединистом положении очень круто булькает. И можно играть вот такую херь. А теперь послушаем, что она умеет делать на перегрузе. Мне кажется, на перегрузе она звучит намного более уверенно. We'll be right back.
спасибо за внимание. Покупайте эту рыжую бесстыжую гитару, и надеюсь, она будет служить вам верой и правдой и никогда не будет вам изменять с другими гитаристами. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте дизлайки. И еще, конечно же, я хотел бы вам напомнить вот что. Пойдемте со мной, сейчас я вам все покажу. Дело в том, что с недавнего времени я починил виниловый проигрыватель, и еще у меня есть пластинки, коллекция которых постоянно пополняется, и я начал стримить винил прямо в интернет. Мы проводим уже пробные слушания, и все очень круто. В паблике Retranger Brain проводится голосование, какая пластинка лучше зайдет сегодня, завтра, послезавтра, и мы слушаем винил. Поэтому я приглашаю вас присоединиться к нам и послушать такие альбомы, как, допустим, Houses of the Holy. И, может быть, даже четверочку поставим, да. Ну и, конечно же, у меня есть кое-что для любителей джаза. Здесь Дюк Эллингтон встречается с Колманом Хокинсом. Это романтическая история двух джазовых музыкантов. Подписывайтесь на мой Twitch. Я решил это делать там, потому что сигнал достаточно стройный и хороший. И голосуйте за пластинки на Retranger Brain. Попробуем посмотреть, что из этого выйдет. А, и, кстати говоря, поскольку Twitch я только что завел, я понял, что достаточно интересные штуки можно с ним делать. В комментариях предложить какие-нибудь варианты, как можно его использовать. Что бы вам хотелось посмотреть от канала Skiff Music на Твиче. Попробуем сделать какую-нибудь штуку в режиме реального времени. По-моему, очень захватывающе получится. В общем, всем спасибо, все свободны. Кот. Кот, как у тебя дела?